Здорово, чуваки, с вами Бодрин Инструк, короче. Сегодня продолжаем проходить Evil Witch, загружаем контент. Называется. У меня тут три дополнения. Начнем с Assignment. Assignment. Не значит, переводится вообще. Детектив Джулия Гидман попадает в глубины STEM, где она должна не только выполнить задание, но и справиться с Руиком и своими собственными демонами. Давай посмотрим, что это за дополнение это такое. Двери можно открывать, выглядывая из укрытия. Нажмите любую кнопку, нажимаю. Новая игра. Конечно, новая игра, потому что нет новых игр. Да пусть так и будет. Загрузка присяга. Эпизод 1. Ну как в оригинале. За бабу играть не самый, конечно, приятный момент для меня. Ну а что поделать? Они существовали вместе, но видели каждое свое, как будто сознание пациентов заполняло пробелы, создавая собственную реальность. Лабораторные заметки, опыт 716X, адрес Марсела Хименес. Do you stand with Mobius? I do. I made my choice. Бля, как мне неохота за этот кусок пизды играть, бля, пиздец. Я вообще забаб не люблю в играх играть вообще нигде. Ну, что поделать? Надо DLC пройти. Чё зря платил бабки, что? И что тут есть? No blood. Крови нет, вообще ничего нет. Как раз с Себастином отсюда мы и уходили. Ну, бегать, конечно, надо. Вообще нечего. Да? Все. Мазнула аж сама. Куда я попал вообще? Что это за место? Ну и че? Есть что здесь? Нету. Ай, бля. А чё, он не сюда не стал прыгать? Спрыгнет. Сломается, но пополам, как дырявая гнилая доска, да? Ну понял, ты чё. Ну поднимайся, корова, блядь. На. Shit. I've got to get out of here. Бля, кровь пропадает, смотри. Опа. Нет, ничего.
Что за хрень? Что здесь? Что это? Информация об обвинениях. Дело номер 4576-564-G7. Описание судимости снято. Правонарушение совершено в несовершеннолетнем возрасте. Дело номер 8467-835-F4. Описание судимости снято. Правонарушение совершено в несовершеннолетнем возрасте. Дело номер 9264-836-X3. Описание судимости снято. Правонарушение совершено в несовершеннолетнем возрасте. Дело номер 7203-84-D3. Описание судимости снято. Правонарушение совершено в несовершеннолетнем возрасте. Дело номер 7394-247-H3. Описание преступного нарушения владения и уничтожения имущества. Дело номер 8354-102-К2. Описание кража в крупных размерах, укрывательство краденого. Дело номер 9203-710-F4. Описание бродяжничества, незаконного потребления алкоголя. Дело номер 7104-846-G7. Описание кражи в магазине, оказание сопротивления при аресте. Дело номер 7103-825-D3. Описание кражи со взломом. Дело номер 8230-835-G5. Описание хранения контролируемых веществ с намерениями продажи. Дело номер 8473-472-V2. Описание грабеж с применением огнестрельного оружия, нападение, кража в крупных размерах, бегство с места преступления, оказание сопротивления при помощи, при аресте, нападение на сотрудника полиции. Это что за хуйня сейчас? Кто на кого напал? Непонятно. Что за хуйня? Да ладно. Что, подключивает тетку эту? Ну иди, иди, иди. Чуть осталось там. Что за помехи? Они меня раздражают, у меня голова болит начинает. Лесли. Опять Лесли. Кто бы сомневался. Лесли. Лесли, Лесли Визерс. I'm sorry. Прошу прощения. Кит, соберись, слушай внимательно. А тебя не будет, пусть станет. Everything we do is a serious matter. I'm ready. I'm ready. I'd like to think so, but conviction must be proven with action. As I was saying, your target is Leslie Withers. He's a patient at Beacon Mental Hospital. But he's something more. Simply put, we need him to run our STEM system. Without this asset, our research will mean nothing. I don't understand. We own Beacon. Why not just take him? Our relationship with his advisor, Marcelo Jimenez, has become rather strained. The boy is a leverage piece. Jimenez plans to activate a STEM prototype at Beacon without our permission. Obviously, that's unsuitable. Have no illusions. It will be dangerous. Come, take a walk. The nurses are waiting. Что вообще происходит-то? С кошку сохранения, давай.
Прикольно, прикольно. Бегает она немного. Как она к облучкам? Тык-тык-тык. Я вообще не знаю, как за нее играть, ебать. Вообще не, наверное, мне столько, наверное, не раздаст, когда если я буду за нее играть. Она же тупая, блядь. Пробка, ебать. Есть что почитать, что, нет? Смотри, смотри. Все, сдохло. Ты, блядь, как тебе вообще в детективы-то взяли? Ты, блядь, пробежать-то не можешь. 50. Да какой 50? 10 метров, ёпта. Как ты 50, блядь? Какая речь может быть о 50 метрах, я не понимаю вообще. Десяточку еле пробегает, ёпта. Десяточку. Куда идти? А здесь что есть? Да что-то она задыхается быстро, пиздец. Не, не работает. Значит, что сломано. А. Да бежи быстрее, блядь. ХП, кстати, нормально много. А уровень сложности какой стоит? И. А если я выйти захочу? А, это катсцена. If Jimenez activates the system, you'll be pulled in. Hopefully he doesn't. But as a precaution, we've prepared an infusion to prevent contamination. Like a vaccine? To protect me? More accurately, to hide you. We develop steps. But there is a ghost in the system. Something we call Ruvik. It means to keep us out. This infusion should protect you to some extent. Ruvik. Ruvik, фрагмент. Помните Ruvika, да? Помните, что нет? О, еще работает. А на каком мемо, блядь, вообще уровень сложности игра? Я даже не знаю. Бля, буду не знаю. Why send me alone? You won't be alone. You'll be with your team from KPD. You'll get a call on the radio reporting an incident at Beacon. Everything will be arranged. But their consequences of little value. In regards to your mission, they're expendable. Привел кто-то. Какая преданная шестерка, да, тёлка? Вот это игла, ебать. Вынимай хуя.
Какая длинная игла. Какая жидкость. Зеленая. Прикольно. Короче. Я не знаю, сколько по времени будет это дополнение идти, но уложиться буду готов за сегодня. Это вы мне поговорили, пацаны, потому что оно недолго. Но за сегодня я смогу его штурмануть. Что это было? Кричи, ебанутая, что тебя вообще убили, нахуй. А ебанутая, понимаешь, это корова, ебать, посмотри на меня. Она ж чуханка, смотри, натёк, смотри, она конченая, ебать. Её рот ебал. Сюда назад не пройти, да? Любись, чё. Контрольная точка. Ебать. Может тут что есть? Фонаря у меня тоже нету как такового. Нету. А, есть, вот что. Сожрал, видели? Слышали, то есть? Сука. Чё это за место? Нихуя не видно, блядь. Ебать, тут трупы повсюду. Куда идти-то? Ебать, она не могла кроссовки одеть. Из-за ее каблуков меня палец серьезно будут палить. Что это? Ты засунул. А, надо удерживать. Сейчас удержим. Что там, чувак такой? Что это было? Не понял, что это было. Админа. Что за херобора, блядь? Ёпта. А, нельзя вылезти отсюда, да? Посмотри, полкуска ебать нахуй. Тело въебало. Oh, shit. What could have done this? Ты тетка вам красных каблуках, слышишь? Сука. Ой, не нравится мне это место, чуваки.
Кроме точек. А, сука! Говна кусок! Что это? Боюсь, хрупкое душевное состояние подопытных ограничивает нас при экспериментах Мебиус. Хочет, чтобы мы перешли от пациентов маяка к более стабильным испытуемым. Они хотят, чтобы мы опробовали STEM в условиях, приближенных к реальным. Увидят ли они этот мир таким же, как наши пациенты? Выдержит ли психически здоровый человек это внутреннее испытание? Мне снова приснился тот сон, тот, где я сам вхожу в STEM. Понял. Приманивание врагов. Нажмите К. Приманивание врага. Ох, и похилится, когда в укрытии. Использование укрытия, да, понял. А что, тут уже кто-то есть? Вот это да. Блять, зомбяк не встанет? Зомбачих стоит, блядь. На какую кнопку созывать-то, на К? Бля, она стоит. Что это было? Давай, да. Вот так. Восстановление здоровья, да мне полностью. О, сейв. Три. Три. Так. Потом. Где четыре это, блядь? Один, два, три, четыре. 4. Не? А какой тогда код? 3. Где 3? Вот, 3. Дальше. 7. Потом 4. Нет. 6. Сука, подожди. Значит, 3, потом 7, потом 4, потом 6. Ну что он аннулируется? Что за хуйня? Может, код где-то есть? Да нет кода нигде. А как тогда открыть это говно? Ну допустим, вот 3746, почему не работает?
Вот. Три. Потом. Семь. Четыре. Шесть. Блять, как... Ну вот, ладно, последний раз пробую и хуй с ней, короче. Три. Потом семь. Семь, четыре. Как? Как он, чё он не функционирует? Как эту хуйню правильно отражает? Бля, нихуя не понимаю вообще, чё за хуйня, ебать? Где код-то этот я, ебать, высрал? Нет его нигде. Что двинуть? Это хуйню, что ли? Короче, на сей хуй забью, на похуй на него вообще. Сейчас вот тыркну, может, где кот лежит. Да вроде нигде нету. Да, нигде нету. Да, срать на сейф, наверное. Блять, ну. А что тут есть? Куда пойдешь? Как и другие особенные зомби, они сами подсветка еще играют. Ну что? Давай, давай. Вот так. Четыре сразу не отдукнул, куда идти, ебать. Сука. Сука, ну. Кто тут? Зомбачка. Да нахуй ты сюда залезла, дура, блядь. Как выйти? Да нахуй ты залезаешь-то в эту хуйню, да ёпта. Чё от меня требуется-то? Сука, она угорает надо мной, корова ебаная. Телефон! Сейчас зомбаря запрём там, пусть сидит там.
Лоша. Не дальше. Занесет свой очко, нахуй. К ебеням. Да, нормальное такое дополнение. Мне нравится, нравится. Что тут есть-то? Контрольная точка. Ладно, чуваки, на этом серию закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.